Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Стасянчик ТВ, и мы с вами продолжаем проходить такую игру, как Dark Souls Remastered. В прошлый раз я вам видео показал свой фарм, чем я занимался, как фармил. А в этой серии мы с вами, как я и обещал, мы пойдем куда мы с вами пойдем-то? А, ну мы с вами пойдем вниз к великанам. У нас же все прокачано вроде бы, да? Да, я все качал. Это можно теперь вот так сделать, вот так сделать. Даже, наверное, вот так. Босс там, будет? Нет? Нет, там босс сейчас не будет. Босса там сейчас не будет. Но я, наверное, поставлю стрелы. У меня всех по 99. Я думаю, этого мне более чем достаточно. Так, огненной магией я там пользоваться не буду. Я поставлю себе лук. Во-первых, на этот надо поставить. На Моргенштерн мы же с ним ходим. А, лук я, наверное, пока брать не буду, но время от времени буду переключаться. Даже, знаете, что я сейчас сделаю? Ну, мы сейчас с вами дойдем. Сейчас мы с вами дойдем. Добежим до первого костра. Там, наверное, спускаться будем прыжками. Да, наверное, будем прыжками спускаться. Тех мы всех с вами повидали. Нужных и ненужных нам монстриков. Поэтому теперь мы с вами... Так, сейчас я время еще посмотрю. Так, сейчас вот столько. Где-то вот, когда будет ближе. Ага, все, примерно я понял, да. Так. Кстати, можно... Можно купить заклинания какие-нибудь. Это все то же самое говорит, поэтому... Вот, вот что надо купить. Вот, я давно хотел вот купить у него. Все никак. А вот эти вот заклинания, я думаю, можно будет... А почему бы и нет? Почему бы и нет? Их можно сейчас купить. Но нет, сейчас я не буду покупать. Что можно с вами сейчас сделать? Можно... извините. Можно новый уровень повысить. Так, что нам там надо? Сила 16-14. Так, ну здесь у нас только на один уровень нам хватит. Выносливость. Здоровье. Можно, в принципе, силу с ловкостью начать прокачивать. И, наверное, начнем... Наверное, мы начнем с силы. Нам нужно силу сейчас до 20 докачать. Ловкость тоже до 20. А потом силу надо будет до 34 докачать. Правда, можно было веру. У меня, если что, окошко открыто, поэтому не удивляйся. Так. А я могу вожечь? Да, давайте вожжем по максимуму. У меня не вожженный, оказывается, костер. Все. Вожжок на максимум. Ну, кто же знал-то? А согласись, вот согласись, с алебардой он выглядит вот куда круче, да? С алебардой и щитом. Ну, будет с палицей, мы же хотим Моргенштерном научиться пользоваться. Ну да, говорит, что все в порядке у него. Так, что мне может у него пригодиться? Что мне может у него пригодиться? Вот кольца бы у него купить. Ревущий дракон. С драконом. Если вы будете магом, то, по-моему, то ли оба, то ли одно из них будет уже у вас. Продлевает действие заклинания. Вообще, вот это вот неплохая магия. Продлевает. Ну-ка, а душ? У меня есть души какие-нибудь?
Я, наверное, зря потратил. Да, я зря потратил, наверное. Ну ладно, будем с тем, что имеем. Просто я сейчас хочу потратить все, чтобы лишний раз не... Что-то самое дорогое. Самое дорогое здесь большая стрела души. Давайте ее и возьмем. И что-нибудь не такое. Вот осторожное падение, тоже неплохая магия. Вот щит магии, он так себе. Ладно, этого будет достаточно. Это поможет тебе в твоих странствиях. Надеюсь, мы еще встретимся. Вот этот текст она обычно не говорит. Так, а ты у нас... Что можешь предложить? То же самое опять. Если мы принесем материал, то он нам что-нибудь покажет. Ну, тут по 2000 каждую. И пиромантию учить. А что скажешь? Мой учитель, который, полагаю, все еще живет на Великой Топе, излагал это своими... Что-то там. Он говорил, пиромантия — это великая фантазия. Мы рождаемся во тьме, и нас греет огонь, но мы не можем дотронуться до него. Те, у кого тяга к огню сильна, могут научиться держать его в своих руках. Да, это старый сморщенный тритон умел играть словами. В этих краях пироманты пользуются уважением. Ведьма из Алита — одна из легендарных повелителей. Является богиней-матерью пиромантии. Так что, когда я стал нежитью, я обрадовался. Я почувствовал себя избранным для изучения древнего искусства. Конечно, в конце концов, все оказалось не так романтично. Пламя пиромантии — продолжение его тела. Это пламя растет вместе с его мастерством. Когда я дал тебе пламя, я отдал тебе частичку себя. Прошу, береги ее. То же самое, понятно. Ну, достаточно интересно. Что ж, до свидания, береги себя. И не дай преврати себя в полого. Ну, как большинство просит. Ну, вот кроме вот этого, это просто урод, это вот моральный. Что? И что теперь? Понятно, он не в настроении общаться с нами. А, давайте сегодня не будем читать ничего такого. Но я перемещу. Читать мы не будем, но я перемещу. Давайте я перемещу. Как тут переместить все? Сменить, переместить всю... Все в шкатулку. Вот так. Да? Не понимаю. Ладно. В общем, снизу вон пишет, если нажать R, то поместить все в шкатулку будет. А он помещает... А, я понял. О, ну да, давайте тогда просто переместим все сюда. Ой, асторский меч, он мне сейчас нужен будет... Да, что ж такое-то так? А, меч дракона, сломанный прямой, рукоять, полуторный, клеймер, большой меч. Так, двуручный, сабля, фальшон. У тигатана, кортик, исток, секира черного рыцаря, большая секира короля драконов, палаш. Так, точнее, палица. Так, Моргенштерн вставляем, клевец, копье. Крылатое копье. Протазан, пика. Так, Люцернхаммер. Во как. Бронзовая алебарда. Большая коса. Цестус. Короткий лук. Так, большой лук оставляем. Черный лук. Ну да, легкий арбалет. Ну, хотя черный лук давайте я на всякий случай оставлю, я так подумал. Так, посох колдуна оставляем. Наверное, а в чем это? Посох колдуна из затерянной земли Аналачили изготовлен из белого тополя, который усиливает заклинание волшебства. Однако магия из затерянной земли слаба и не зависит от интеллекта. Двенадцать интеллекта, да? И он слабенький. Но нам, в принципе, подойдет. Если он усиливает заклинание, то, наверное, это лучше будет. А пламя пиромантии, нужно ли мне оно сейчас? Нет, пока пусть валяется. Так, талисман, какой из талисманов лучше? Какой из талисманов лучше? Вот вопрос на засыпку.
Вот это вот лучше. У него, видишь, А к этому. Зато у этого изменения магии 165. А с чего бы это? Хотя у него всего С от веры. А что в нем? Проводник для сотворения божественных чудес. Этот талисман даруется только старшим клирикам Торлунда. Значительно усиливает чудеса благодаря божественной защите. Усиление не зависит от... Ну, это можно пока вот так тогда сделать. Этот оставить. Так, оставим фонарь. Так, щит. Это все так себе щиты. Ну, уже для нас так себе щиты. Так. 64. Вот темный щит, рыцарский щит. Рыцарский щит, он от чего у нас? Огонь, молния. У нас, в принципе, вот этот лучше будет сам по себе. Тогда это убираем. Этот молния, огонь. Он почти. Вот этот лучше. Травяной щит пока оставлю. Я не знаю, я все время с собой таскаю травяной щит. Так, и вот эти вот оставляем, потому что этот от магии 80, а этот от огня 85 нам дает. Хотя вот это, наверное, выгоднее сам по себе. Но все равно оставляем. Так, и давай то же самое с доспехами сделаем. Ну, доспехи тут вообще решать нечего. У нас как бы один набор есть, которым мы пользуемся, и все. Остальное нам просто не нужно. А зачитаем, я уже говорил, мы все это зачитаем с тобой позже. Я думал, правда, когда буду все перетаскивать, все предметы, ну... Ну, не хочется мне сейчас сидеть все зачитывать. Так, а что у нас маска, кстати? Одна из трех масок вихря, некромант, который украл силу повелителя могилы, теперь пройдет катакомбами. Эта маска доброй матери, немного увеличивает количество здоровья. А, она совсем чуть-чуть увеличивает. Совсем чуть-чуть увеличивает. Так, теперь кольца мы, наверное, оставим все. Пусть будут, кольца всегда пусть будут. Так. Отсюда, что нам... Переместить-то куда? Вот так, да? Ага, вот он. Это по одному, а так сразу. Так, вот я 60 оставлю. Мне 60 нужно. Не знаю, почему-то я сразу это запомнил. Так, душа бабочки тоже. Почему-то я запомнил, что вот нужно 60. И все время этими 60 пользовался. Засушенный палец я тоже им не пользуюсь. Он не нужен. Так, медаль света. Она, в принципе, они мне сейчас не нужны, но пусть лежат. Треснувши. О, точно, мы вот что сейчас сделаем. Мы сейчас пойдем в катакомбы. Войдем в ковенанту, которые вот этих вот. Ага, книга виновных. Так, зеленый цветок. Пусть будет. Будет, пусть. Огненная бомба. Пусть будет. Вот эта мелочевка, она вроде бы не нужна, но пусть она валяется. Косточка возвращения пусть валяется. Это... Как ни крути, пусть будет. Вот медная... Ну, ладно, медная монета, она... Нет, она, в принципе, не нужна. Так, здесь я все оставлю. Ключи перекладывать нельзя. Заклинаний у нас... Непонятно почему никаких. Они все на мне, что ли? У меня больше заклинаний нет, выходит, что ли? Я не пойму. Так, ладно. Стрелы я оставлю все. Стрелы все нужны, все пригодятся. Так, хорошо, давай теперь изменить заклинание. Да, как странно. Вот у меня заклинания же есть, а почему-то я их не могу в коробку выставить. Так, как их убрать-то? Вот. Так, теперь вот это мы будем всегда с собой таскать. Это очень удобное заклинание. Дальше. Заклинание света мне нужно обязательно. И, наверное, я возьму осторожное падение. Так, а что у меня еще есть? Медленная мирная прогулка, вот тоже очень неплохая. Но она на боссах. Ну, хотя нет, даже когда врываются, очень удобно. Вот это нам 20 нужно, да? Этим мы пользоваться не можем. Ну да, заклинание света самое оно нам сейчас. Незаметность нам, она сейчас не нужна. Будет вообще никак.
Так, и теперь давай по экипировке. Зачем я это освободил? Чтоб вот, видишь, я теперь могу быстренько все переключать, все, что мне надо. Мне, в принципе, вот этот фонарь, он теперь в крайнем случае будет нужен, потому что у меня будет вот этот посох и заклинание света. Вот. Осторожное падение мы с тобой попробуем. Никогда не пользовался, вообще никогда. Поэтому я даже не могу представить, чем оно такое у нас оригинальное. Насколько оно падение уменьшает, так сказать, эффект падения. Насколько это все выгодно. Кстати. Зачем мне это мне сейчас здесь? Ну давай за место алебарда возьмем. Асторский меч. Жалко, что больше не было этих. Я не помню, где сейчас в ближайшее время можно получить ящерку. Кроме как с самих же катакомб. Я, честно говоря, не вспоминаю. Почему я все потратил? Потому что мы сейчас в катакомбах, там ужасно темно, и мы с тобой можем просто вот сейчас там проиграть очень жестко. Хотя, по сути, нам асторский меч-то и не нужен, но он, у него есть прямой удар. Он очень удобен в катакомбах. Но по существу мы там вроде бы уже всех этих убили. Этих. Тех самых. Да мы вообще там всех, кого только можно было, всех. Всех убили, кто нам сильно бы мешал. Ой, давай. Оп. Уже кто-то упал. Да, сейчас мы пойдем примем темную сторону. Темный ковенант. Получим у него еще пару заклинаний. У этого ковенанта. В общем, здорово будет, очень здорово сейчас будет. Так, ну давайте. Сразу двое, вообще пофиг. Просто вот настолько я стал силен. Ах, думал, успею. Не успел. Так, сейчас здесь тоже встанут. Так, что-то притормаживает чуть-чуть. Что-то чуть-чуть просело, не понял, что. Давай, иди сюда, иди. Ой, он же парирует. Так, давай этот костер тоже усилим. Мы сейчас все, что вблизи, будем успевать подходить, усиливать все, что сможем, мы будем усиливать. Тут вот, по-моему, здесь у нас три костра, которых надо усилить. Потому что вот это вот выпадение вещей, мне оно как-то не очень. Ой, тут вообще было на плюс 5. Совсем слабый был костер. Не знаю, зачем, но... А зачем мне еще человечность? Мне больше человечность не нужна. Я вот... Вот как есть говорю. Вот максимум, для чего она мне нужна будет, это чтобы... Показать, как призывать тех или иных NPC. Побеждать с ними боссов. Вот. Показывать от них весь толк. Ну и, естественно, чтобы бегать в человеческом облике, как мы с вами собирались, максимальное количество времени. Вот, но это как бы все. Больше нам не надо ни для чего. Ать. Два удара просто. Просто два удара. Один удар, второй удар. Ой, нет. Ой. Давайте еще помирить, мне здесь не хватало. От скелетов каких-то. Теперь это какие-то скелеты. Если раньше это были сложные скелеты для нас, то сейчас у нас должен быть такой уровень, навык выработки, я не знаю, вот это вот все, что это просто вот... Это какие-то скелеты. Так.
Я вот думаю, могу ли я здесь спуститься, чтобы там не бродить? А я не помню, где к катакомбах это место находится, поэтому опять, вот я так и думал. Так и думал, что мимо. У них вот этот удар вот странный какой-то. Чё ты? Нифига себе, что ты делаешь? Еще бы чуть-чуть и убил. Ты дурак, что ли, совсем? Так. Так, я постараюсь говорить максимально рядышком с микрофоном, чтобы меня было четко слышно. Я потом, конечно, звук потом подправлю. Но я стараюсь сделать так, чтобы у меня от микрофона там я выправлял звук совсем немного. Не знаю почему, мне так почему-то удобнее, уютнее. И вот последние разы во многих играх вообще просто звук микрофона в программе, когда все рендерил, оставлял все на нуле, как бы вот он в чистом виде, какой он и есть. А геморроиться по поводу чистки звука, мы с тобой уже на эту тему разговаривали, я этим заниматься не буду, по крайней мере, не сейчас. Ой, что-то даю, фальшон. Пусть будет, я все равно, я понимаю, что у меня этого барахла много, но я все равно буду с собой таскать. Потому что мне надо. Я не знаю зачем. Это, наверное, клептомания. Мне просто надо. Оно лежит, оно светится. Меня научили в самом начале игры. Оно светится, надо подойти и взять. Я подхожу, беру. Оно светится. Вот если бы оно не светилось бы. Я думаю, меня многие поймут. Многие такие же, как я. Ничего не поделать. Ну, может, ты скажешь, нет, немногие, я вот не такой. Но это ты не такой. Твои друзья такие же. Кто-то по-любому такой же. Так. Опа. Оп. Что-то не так пошло. Раз, два. Так, а вот готовится, смотри, готовится к парированию. До свидания. Деловой. А чё тут пишет? Капкан. Не знаю. Не знаю, не видел там капканы никакие. Вот здесь собирается один. Так, вот тут двое, трое. Трое собрались. Так, вот еще один костер, который мы сейчас с тобой. Ай, не дают, смотри. Все потому, что побежал за мной, гадина. И вон еще один. Не дадут. Ладно, но я сам виноват. Привел их. Так, возжечь. Да. Это на самом деле неплохо. Это очень неплохие костры. Они нам здесь. Ну, может быть, когда-нибудь дадут нам много радости. У нас там в будущем будут основные костры. Нам дадут чашу, мы сможем перемещаться не ко всем кострам, а только к определенным, как бы это. Вот эту вот ключевую часть, запомни, он только к определенным кострам будет переводить. Ну, скажем так, к большинству, но не ко всем. Вот. И если ты думаешь, что типа вот, ну, типа, на новой игре плюс все будет окей. То, что он не зря все это делает. На самом деле зря, потому что, по-моему, на новой игре плюс там будут костры опять по новой. Вроде бы они не будут там такие, которые будут давать мне плюс 20 к фляге. Ну, это вроде бы, я не помню просто вот эти мелочи, моменты, но я помню, что что-то такое было связано, и вроде бы это как раз было связано с кострами. Я немножко расстроился, потому что я перед тем, как перейти на новую игру плюс, я, по-моему, их как раз все бегал, все сделал, у меня там дофига человечности на это ушло. А потом хоба, и оказалось, что это просто вот ненужная вещь.
Блин, а я вот сейчас только подумал, а туда ли я бегу? А я... Где был большой монстр, который на нас прыгал? Да блин. Отвали. Вот где-то вот в похожем месте, да? Может, это оно и есть? Да, это оно и есть, все, отлично. Отлично, отлично. Это очень здорово. Так, смотри. Запоминай путь. Вот, видишь, открытое. Вот так устраиваемся здесь. Пока он устраивается, я отойду, водичку налью.